Всем привет, дорогие друзья! Я снова с вами Станислав на канале Шустрибум. Спешу поздравить вас с Новым годом 2021. Интересно, что он нам покажет, но мы, конечно, ждем от него всего самого-самого лучшего. Не буду затягивать внимание, мы сегодня будем готовить очень вкусную сладкую выпечку. У каждого сейчас дети дома, внуки, ну и, конечно же, чем-то хочется себя сладким побаловать. Сегодня предлагаю приготовить реально очень вкусную, сладкую и, главное, быструю закуску. Начинаем готовить. Поехали. У меня это слоеное дрожжевое тесто. Здесь 800 грамм. Мне понадобится 2 таких листа. Друзья, оно у меня прямоугольной формы. Я хочу сделать его квадратным. Для этого слегка раскатаю. Если у вас листы уже квадратные, значит ничего не нужно делать. И сразу отправляем в форму. Берем вкусную сладкую шоколадную пасту. Но из-за того, что она не очень мягкая, я добавляю пару столовых ложек молока. И перемешиваем. И выкладываем пасту на тесто. И распределяем по всему листу. Присыпаю это еще кокосовой стружкой. Берем второй лист теста и также раскатаем. И сверху накрываем вторым листом. По центру ставим стакан и уже от стакана делаем надрезы. У нас получилось что-то вроде солнышка. Теперь красиво это все сворачиваем. Ну и в конце украшаем все конфетками M&M's. Отправляем всю эту красоту в разогретую духовку. Выпекать будем при температуре 180 градусов примерно 20-25 минут. Ну что, друзья, давайте попробуем, что у нас получилось. Такое вот нежное тесто получилось. Пробуем. Самое главное, готовится очень просто и очень быстро. Я уверен, в первую очередь понравится детям. Мы же ради детей это все готовим. Пробуем. Друзья. Супер. Ну что, друзья, кому понравилось, конечно же, ставим лайк, комментируем и, конечно же, не пропускаем следующие мои вкусные ролики. Я с вами прощаюсь до следующего рецепта.